Привет! Мы приехали к вам в гости в школу с Пулом. Он у нас первый раз в гостях, немножко волнуется. Мы очень рады, что вы нас позвали, пригласили. Встретимся в актовом зале. Как называется человек, который понимает поведение собак? Хозяин. Как называется? Тишина. Артист волнуется. Тихо. Что мы делаем? Мы вот так вот на уровне, вот так вот держим руки, и когда он подходит, вот так чуть-чуть ее открываем, чтобы он кушал, но при этом, чтобы он нюхал ладошку. Ладошка, иди. Иди, мой хороший. Иди. Нюхай. Ладошка, нюхай. Хорошо нюхай. Дай, хорошо нюхай. Не стесняйся, нюхай. Хорошо. Молодец. Взял. Ушко нюхай. Хорошо, молодец. Нюхай. Хорошо. Нюхай. Хорошо. Ушко.